have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки, мы начинаем новую серию по Pacific Drive. Возможно, она вышла немножечко с опозданием, я надеюсь, это ничего страшного. Итак, нам нужно это панели двери, ремонтная паста, зарядка, сигнальный огонь, это то, что взять с собой. Так, ремонтная паста у меня есть? Нет? Тут дождь есть! Надеюсь, он не радиоактивный. Тест на отголоски. Добраться до Серема, найти дорогу в город. Так, назначить свободные... Ага, там то есть скиллы. Так, хорошо. Давайте посмотрим, что у меня в шкафчике. Если у меня есть сигналки. Две сигналки у меня... О, уточку надо. С... Да, ну правой рукой этим я их... А почему изменилась картинка? Ладно, забейте. Консервы. Я не знаю, я вроде... Не голоден. Так. Это сюда. Консервы, наверное, вот сюда. Аптечку. А хочу ли я с собой аптечку взять? Наверное, мне надо с собой аптечку взять. Что там еще у нас не хватало? А, как раз утилизатор. Утилизатор есть, ремонтной пасты не хватает. Канистра есть. Зарядку и ремонтную пасту нам надо сделать. Аптечку я положу с собой. Вот сюда, наверное, запасное колесо у нас есть. Утилизатор есть, ремонтная паста. Сразу запасной не оставалось. Оставалось. Если она есть, то зачем ее делать, чтобы она просто так лежала? Давайте мы ее с собой сложим. Так, осталось зарядку. Зарядки у нас, в принципе, не было. Я могу ее... Да, я могу ее сделать. Из чего? Электроника... Медная проволока, батарейка. Все, вроде подготовились. Утилизатор сюда, кувалду сюда. Вернее, даже, наверное, вот так. Пока что буду с пустыми руками бегать. Собрать мы все собрали. Отремонтировать автомобиль 96%. Да, ну не, это нормально. Обслуживание автомобиля, дополнительный список водителя. Одной панели мне не хватает, это, скорее всего, багажные крышки, которые я не знаю, где достать, где ее взять. И отремонтировать автомобиль, он 96% как бы отремонтирован, поэтому... Вот. Назначить способности, а какие у меня есть? Заменить текущую. Сменить, убрать. А у меня вроде нету. Да, у меня только ручник. А почему Ctrl? Я понял. Так. Экипировать. Выбрать. Как убрать? Подожди. Я хочу ручник на пробел. Во, спасибо. Он просто переместился. Не хочу ручник на Ctrl. Вы чё? Хорошо. Почему у меня значок открытых дверей? Наверное, из-за багажника, опять же, да?
Да. Хорошо, это сделали, это сделали. Панель. Мне интересно, я что-то упускаю или тут можно найти багажник? Мусорка полезная. Тут, кстати, а ты кто? Кустарная панель. А какая? Бампер, вот есть недобитый бампер, который я, кстати, скрафтил. Но подожди, а кустарная панель чего? Какая? Это интересно. Потому что, может быть, это, да, скорее всего, это она. Так, таб у нас таб, да. Кустарная панель, прочная, местами прошедшая панель, еще что-то годится. Состояние 30, она целая, наверное. Сюда ее никуда прицепить не могу. Да. То есть у меня дома лежали, когда я приехал бы, крыло и бампер, те, которые я скрафтил просто в дороге. Ну, ладно. Так, хавчик у нас тут есть. Ты у нас ручной пылесос. Ручной пылесос. Подожди, а ты для чего? Устройство позаимствовав большинство принципов обычного домашнего пылесоса, но не отягощенный мерам безопасности, позволяет быстро собирать всевозможные твердые и полутвердые вещества. Направьте его на любой предмет. Слушайте, а это звучит интересно. Иди сюда. Возьмем с собой, попробуем, потестим. Сейчас только материалы сложу. А, чемодан. Сундук. Чемундук. Ручной пылесос, блин. Хорошо. Хорошо. Я думаю, мы более-менее готовы найти дорогу в город. Поехали искать. Жалко, что я его тут не могу. Ничего, ладно. Так, машину я заправил. Передвигаться по этой штуке я не могу. Почему я не могу никуда поехать? Подождите. Ну, выйди, выйди. А, мне сначала маршрут проложить надо. Понял. Что-то я протупил немножечко. Without antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up, or you may not survive the trip. Which would make my life easier, so. Your call. Ага. Ну, то есть, я это уже и сделал. Мне, по идее, сюда. Через И5. Тут есть разные места, куда я могу выезжать. 3 часа. Это как вылазки, типа, да? Я надеюсь, что мне сюда. Ну, то есть, там, где стоит поинт вот этот вот. Тест на отголосок, да? Скорее всего. Поехали. А я бы еще, наверное... Я не могу с собой цистерну наполнить.
Ладно, я с какой-то машины, если что, попробую слить. Угу. Нам, значит, вот сюда. Это для того, чтобы выехать из спокойной зоны. Потом придется фигачить по дороге. Интересно, чтобы... Получается в И5 сейчас. Не придется проехать через И5. А чтобы выбраться из той зоны, мне нужно будет искать какую-то фигню, или я смогу проехать дальше по дороге? Сейчас посмотрим. Да, значит, тоже собирать ресурсы разными способами. А чё оно красное все такое? Я могу ехать? По сути, наверное, ни во что не вписываться. Проблема в другом. Хочу ли я так? Ты стоишь, стоишь. Фух, блин. Ooh, you know what my favorite remnant was? The record player. You remember Francis? You play records normally, but then every now and then you hear weird voices. Like that one time, it was my fifth grade lunch lady. This again. You know, the sooner I get this out of my system, the sooner you can have some peace and quiet. Fine. Hey, atta girl. Oh boy. Hey, driver. Listen. Of all the legends, of all the stories that have spawned in the zone, trust me, there are so many. Remnants, one of the best. I'll start from the beginning. In 1964, strange objects began appearing throughout the zone. They were shabby, cast-off things that were imbued with strange properties. A broken microwave that froze food instead of warming it. A rusty can of paint that produced every color in existence. Always so out of place that people were irresistibly drawn to them. Yeah, you know, like a mysterious car in the forest, right? Serious car in the forest, right. Это аномалия, это нормально. Тут таких отголоски. Tobias mentioned that the remnants bind themselves to people, like the cars done with you, and how that led to obsession. These obsessions always started innocently. A sudden interest in model train sets or collecting old road signs. The objects themselves would exhibit anomalous properties, but what didn't in the zone, right? That in itself wasn't cause for alarm. But these fixations would only grow worse until its victims could think of nothing else but the remnant. And they always ended with spiraling into madness and disappearing in a mad chase after something. Sorry, driver, it doesn't sound fun, but... Better to know what you're up against. It doesn't sound fun. Could the Remnant's victims still be out there somewhere? I mean, we never heard from them again, but it doesn't mean they all died, right? If the madness didn't kill them, then the zone did. Anyway, it's been 20 years since the last Remnant sighting. We thought they were long gone. Until you found the car. Да. Пока мы не нашли машину, которая является тоже отголоском. Холодильник. Вот эти помехи, это вот вообще ни разу не смешно. Вот эта локация, если что, офигеть, какая жуткая.
прям физически некомфортно ходить. Я не буду исследовать, наверное, все, что здесь есть, хотя это интересно. Он, по-моему, займет просто дохренилиард времени. Во-первых, во-вторых, это вышка. Или это не вышка? Это аномалия какая-то. Аномалия. Текстурный туман. Спасибо, понял. Турист. Я одного такого сбил уже. Ясно, понятно. Это, кстати, очень больно. Сюда тоже, наверное, лучше не заходить. Оника у меня нету? Нету. Сухпайк, он меня лечит? Да. Сейчас посмотрим, насколько. О, пылесос. Еще один. Конвертер? Я могу. По крайней мере, он мне всегда показывает направление к моей машине. Это приятно. Меня где-то на 40... Не где-то, на 40 меня долбануло, и... А немножечко я вылечился. Сейчас, давайте я попробую бенз спилить с этой штуки. Если получится. Лучше эту канистру с собой тащить полную, заполненную. Нам пока хватает других машин, от которых мы могли бы запитаться. Но все равно. Турист, блин. Извините. А чё за... Так, ручник. Ручник это уже удобно. Не надо каждый раз на драйв ставить. Это тоже аномалия какая-то. Живое сердце. Мы все это потом почитаем. Нам тут сходу дают кучу всего разного интересного. Да, на ручнике удобно. Не надо ее каждый раз на паркинг ставить. Хочу ли я... К источникам энергии вот этим вот идти, чтобы зарядить его. На всякий случай. Это трамплин? Блин, тут говно летает.
вообще в ту сторону иду. Что, блин? Вон она. За ногу! Оно меня бьет, оно радиоактивное. Тут еще какая-то аномалия. Это как вот эти магнитные бомбы из Фоллича, помните? Пошел отсюда. Разве не наоборот было? Ладно. Мне дверь вырвало. Классно. Еще две задние панели повреждены. Это тоже аномалия. Выбоина. Конечно же было бы ее объехать. А оно заряжено на... По крайней мере, одну эту херню мы принесли. А что это за желтые такие штуки, которые мигают там, ромбики? Три, видите? Одна из них на том месте, где было ядро, а... Еще две. Ух, блин, страшно. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Одна здесь совсем близко к дороге. Вон она, к ней, если что, будет легко вернуться. Но оно прям здесь, по крайней мере. Ёпарасоте. Здравствуй, жопа, Новый год. А они все сюда побегут, если что? Я смотрю, аномалии эти активизируются. Так, нам дальше по этой дороге. Там впереди что-то еще розовое появилось. Я без понятия, что это. Если мы встретим машину на пути, нужно будет попробовать спилить дверь. Не такую машину. Это интересно. Почему ты на ручнике не останавливаешь?
Ладно. Так, грузовик. Исследовательское бюро. Я могу с него что-то... Колеса, двери. Бронированная дверь. А могу ее забрать? Летняя шина. Что я получил с бронированной двери? Ее можно распилить, да, это будет... О, лист! Блин, она все равно приехала и врезалась. Что там? X? Нет, стой. Перенести материалы. Т. Т. Хорошо. Еще один пылесос, наверное, положу сюда, раз уж мы его нашли. Пойдем посмотрим, что там еще у нас в багажнике. Есть дверь. Я могу ее туда прикрепить? Нашлась дверь, хорошо. Другого цвета какая-то, чуть поломанная, но она прикрепилась. Кустарная панель. Так, шестерня или даже шестерня. А можно нет? Мусорная жемчужина. Панель крыла, наверное. Это в лучшем состоянии? Теоретически, да. Мы его пока поменяем. У меня получается просто нет места. А насколько три клетки занимает? Три клетки это очень много. R. Листы металла. Забейте на эти звуки, я тут сам сейчас обосрусь, не надо. Так, раз, два, три, пять. Оно здоровое. Мне проще расфигачить. Собрать с ней материалы. А, нет. Так, так, так. Все. Что за...
Поехали. Что у нас по бензу? Нормально. Мы не так много потратили, пока стояли здесь на айдл. Привет, ребят. Проблема в другом. Смогу ли я проникнуть в другую зону? Тут большая активность, смотрите, шарик с ума сходит. Могу ли я проникнуть в другую зону без того второго, чтобы мне не пришлось к нему возвращаться? Это будет печалька на самом деле. Я знаю, что нельзя попасть домой без вот этих вот желтых хреней. Но можно ли попасть просто в следующую зону без желтой хрени? Вот в чем прикол. Сейчас посмотрим. Если мне придется возвращаться, я бы на самом деле этого не очень хотел бы, но... Если это необходимость. Вот эти штуки, они, я так понимаю, во-первых, начинают фигачить электронику на борту. Вот, а во-вторых, они зовут вот этих вот придурков. Радио, которое я раньше... Блин, с этих машин нельзя заправиться, а с этой? С этой можно. Чуть-чуть. Ну, хоть что-то. Так, X. Хоть какой-то лутецкий. Я не знаю, где у меня радио включается и выключается. Поехали, попробуем мигрировать в ту зону. Нет! Бензовоз. Заполнить. В принципе, ладно. Да, я его оставлю здесь на земле, но его нафиг.
колесо стоит, то что было? Колесо спиливать не буду. Может тут... А, вот, его топливный бак. С его топливного бака я могу себе в канистру слить. Он же дизельный, по идее, должен быть. Хотя, с другой стороны, учитывая, что у нас машина практически живая, нас такие вещи не особо должны смущать. Грех не ехать, да? Сейчас мы, короче, узнаем, нужно нам вот эти вот ядра собирать только для того, чтобы вернуться домой, или для того, чтобы проходить между зонами тоже. Похоже, что проходить между зонами мне ядра все-таки не нужны. Да. Это плюс, потому что не надо будет каждый раз испытывать вот этот вот трындец, который происходит. Сюда, пожалуйста. Можно меня загрузить? Пожалуйста. Хочу поиграть! Дайте мне загрузку. Центр города. Не, посмотри, зеркало заднего вида. Условия разведки. Постоянная стабильность. Постоянная стабильность. Гляньте, какое место огромное. Sierra. Never wanted to think about this place ever again. Edgeor Town, Colossal Cappy is smack dab in the middle of where Sierra used to be. You can't miss it. Uh-huh. Понял. Привет. Автобуса ждешь? Видите, какая красота. Сразу видно, что этому месту фигово. Is there a reason you're driving straight towards the largest honking anomaly in the zone? You wanted to know if there's a speck of remnant energy in that car. This is how you do it. You're using Cappy to amplify the remnant signal. That's insane. Ну это же явно аномалия, только что я мог... Я только что мог ее проанализировать. Надо объезжать. Смотри, сейчас что за зеленая фигня он там дальше. Собрать материалы для создания и создать запасные детали. Это у нас и так получается. Каждый раз будет повторно, а заехать в смотровую площадку. Вот эту зеленую смотровую площадку. They'll be fine. It's not fine. Look at those radiation spikes that Colossal Cappy is still giving off after all these years. Охренеть. To achieve any sort of resonance, the driver's going to have to get right up against Cappy. I get you, Francis, but Oppie's got a point. Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Really? You're gonna take her side? This isn't about sides. That's a good plan. I won't risk someone's life just so we can log another remnant sighting. The driver can make their own decision. I'm not forcing them to do anything. For all I care, they can lay down and wait until the instability takes them. That would get them out of my hair much faster than all of these shenanigans.
А как там было фары-то включить? О. Можно нет? Потихонечку въезжаю в зону поиска. Так. Ай-яй-яй, извини, извини, дружище. Я не нарочно не хотел этого делать. В этих ребят врезаться нельзя. Было бы у меня хоть что-то, какое-нибудь метательное оружие или что-то, чтобы... Это же нереально. Это нереально, подожди. Адский угар. Охрененно! Я не могу проникнуть в свою собственную машину. Я не могу ее вытащить. Я не могу с этим ничего сделать. Дверь не открывается. Выпихать ее тоже не выпихаю. Я тут умру. Погоди, а ты кто? Блестящий булыжник. Эта штука приехала просто, затащила мне машину в радиацию и уехала. А я могу... Подождите. Что, и где я окажусь, если я умру? Ну, похоже, это то, как сейчас все закончится. Да, допустим, давайте, хорошо. Заодно посмотрим, куда мне нужно. Процент здоровья остался. Супер. Кристалл. То есть, ну, мы понимаем, что сюда можно было проехать. Аномалия. Хорошо. Я не знаю, где мы сейчас заспавнимся. Давайте тогда...
наверное, придется умереть, потому что я не могу машину вытащить. Да. Это печально. Очень тупо я попал на эту штуку, она просто ниоткуда прилетела, схватила машину, кинула ее в радиацию, причем застряла между двух деревьев. Что-то вылазки. Я колесо потерял, я еще кучу всего потерял, да? С 20% здоровья. Без колеса. Можно будет скрутить с кого-нибудь. Вот тут куча деталей мне наотрыгивало. Или это все мои детали отрыгнуло, которые... Двери, кстати, универсальные, да, я так понимаю? Состоянии. Так, можно ж вылечиться пойти. Капот надо чинить. Тут две эти панели. Это такая. Подубитенькая, подубитенькая. Вот это не какуще. Скручиваем ее. То есть получается, у нас обнуляется все задание, если мы умираем, и проблема еще в том, что нельзя сохраниться посреди задания. Угу. Угу. Дверь, кстати, вот это вообще в хламину, да, просто. Я лучше поставлю одну из тех дверей, которые... Это вот та розовая, которую мы сняли. Розовый пони. Вот это еще в нормальном состоянии. Мы ее можем поставить. Это тоже нормально. Так, ну что ж. Может капот? Остальная панель. А как мне ее снять? Мне нужны какие-то инструменты или что-то. Отремонтировать, заполнить бак, зарядить аккумулятор. У нас аккум почти разлетелся. Зачем я их выкидываю? Мне надо было их взять. Я тупанул.
Пробел, да. В общем, да. А, я потерял все, что я насобирал за миссию. Ну, в принципе, да, это опять же логично. Машина меня кое-как перенесла. Так, Т перенести матерь. Вот так. Хорошо. Я еще и молоток потерял, да? Молоток придется заново крафтить. Фаеры сюда. Невыгодно умирать. Очень невыгодно. А тогда давайте сохраняемся. Вот, будем на этом заканчивать. Ну что ж, отрицательный результат тоже результат, во-первых. Во-вторых, мы, наверное, тогда в следующий раз будем пересекать вот этот вот промежуточный район гораздо быстрее, чтобы сэкономить время. То, что мы там полутались и всякое такое. Или, я не знаю, мы будем делать один заезд на две серии. Посмотрим, как оно будет получаться по времени. В общем, да. Новые мы сегодня увидели. И, к сожалению, не продвинулись, но новые увидели. Поняли некоторые новые механики, которые здесь есть. Будем тогда продолжать в следующий раз. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем радушек. Всем пока, да.